Сегодня 17 декабря вечер. Температура на улице минус 20 градусов в данный момент. Сегодня один такой день, когда холодно. А в предшествующие дни была погода минус 3, может минус 4. А в ближайшие обещают даже оттепель до плюс 2. Но вот сегодня такой один день, когда холодно. Я вышел, чтобы проверить свой зимний гардероб. И вот здесь интересно видно, что сегодня, когда морозные дни, и вот сегодня, в частности, видно это интересное явление, которое называется световыми столбами. Мне попадет за то, что разговариваю на морозе, но у меня шерстяная как бы маска поверх рта, поэтому нормально. Вот эти световые столбы, они интересны тем, что они видны не только вот сейчас, когда они близко, но они видны издалека. Сейчас, если мы пройдем немножко, может быть, удастся увидеть какой-нибудь такой. Они цветные бывают, здесь у нас огни белые, поэтому и столбы тоже белые. Вообще они бывают всех тех цветов, которые встречаются, понятно, на вывесках и везде. Так вот, столбы эти видны издалека, и даже их видно, когда самого источника света, который их образует, его в прямой видимости нет. То есть вдалеке, например, можно видеть такие столбы, просто стоящие посреди пространства. Это очень красиво, особенно рядом с центром города, где много цветных огоньков. Так вот, принцип этого явления заключается в том, что вот можно видеть, что воздух серебрится, в нем такие маленькие льдинки плавают. Не снежинки, а такие крохотные морозинки. Это пластинки льда, которые образовались из-за того, что в воздухе есть влажность. Они замерзли и плавают в воздухе, потому что они очень маленькие. Они не падают. Вот, и они как такие маленькие зеркальца плывут в воздухе. И их много, то есть они составляют какую-то толщину на сколько-то метров над землей. Десятков даже, может и сотен. Вот, и они отражают свет. То есть свет происходит следующее. От источника света, допустим, вдалеке, свет поднимается вверх, встречает такую пластинку, отражается и летит вниз. И тут мы его видим. И так происходит, понятно, с большим количеством льдинок. И получается, что мы видим такой световой эффект, как световой столб. Очень красиво. Вот, но сейчас темновато, поэтому я подойду, может, ближе к огонькам каким-нибудь, постараюсь, может, показать. Ну вот я дошел до центральной части, не центральной, а магазинов. И вот там видно, сейчас посмотрим, будет или нет, зеленую стеллу призмы. Над ней нельзя сказать, что прям виден столб. Вообще-то над ней нет никакого столба. Здесь так туманно немножко. GoPro не справилась, поэтому снимаю на телефон. Вот нашел одно такое место, где видно, как световой столб поднимается, хотя фонарь едва виден. Он-то яркий фонарь, поэтому он хорошо отражается. И как? Видно только, может быть, что он до дома, да, над немного повыше дома продолжается. На самом деле он идет высоко, даже вот над деревом виден. Вот, но сегодня вообще-то не очень много таких столбов. Вот. Так что пойду домой.